Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувашакепасиндубевач Патитанам Павонебха Вайшнавибхьо Наму Намах Муканкароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамахам Ванде Парамананандамадавам Бриндаваи Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Барану Дхайям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятпадапаллаванакачандамани Чатая Беспуриджита кимапикабодушва дарши Пурнану рагараса сагара сарамуртихи Сарадика мои када кипам карваши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасади гаура бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта гададхара сивасади гаура бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкетанай капитаро камала йотакшо Вишамбаро диджаваро джугодхарма паро Банде джагат приякаро каруна бхутаро Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхаванурупена саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши топам бхагам Нараяно прияманага мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир яша ча бхакшаши Ясьясте хидая самбир Там нишинга махаммаджи Харе Кришна, Харе Кришна
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Кришна Киртана Гана Нартана Кала Патхо Жани Бхаджита Садбхактавали Хамса Чакра Мадупо Сени Вихараспадам Карнананди Калетханир Бхатуме Джухамару Прангани Си Чайтанна Дяни Дхета Валасад Лила Судха Свардхуни Кришнат Киртана Гана Нартана Кала Патхо Жани Бхаджита Садбхактавали Хамса Чакра Мадупо Сени Вихараспадам Карнананди Калатханир Бхатуме Джухамару Прангани Си Чайтанна Дяни Дхета Валасад Лила Судха Свардхуни Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что искренне преданные Шри Чайтанья Махапрабху, его спутники, и Шри Чайтанья Махапрабху, он сам, они присутствуют в Гаудия Матхе, Гаудия Гоштипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что эти искренне преданные спутники Шримана Махапрабху, и сам Шриман Махапрабху, Гуранга Махапрабху, они присутствуют в Гаудия Матхе, а глупые люди, они не могут видеть свет сияния и славу Гаудия Матха. Это такие камы, гьяни и все остальные. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что анугати хин без анугати, человек подобен животному, более, хуже, чем животное. И Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, человек без анугати, тот, который не предан, не следует лотосным стопам Гуру Вайшнавов, он подобен животному, поскольку он не может контролировать свой органы чувств, свой ум. Животное не столь опасно. Но люди в форме животных, они более опасны. Я раньше говорил об одной важной теме, но я думаю, подробно ее не сможем обсудить, поскольку времени мало. Я говорил о, смотрите, о памятовании и прийти о любви. Если я не смогу рассказать об этом, то вы не поймете то, что следующая тема. Вот прийти и смотрите. Мы знаем. Если у нас нет смрити, памяти, памятования, то тогда мы не можем совершать харибаджи. Прити и смрити, они связаны. Если нет смрити, памятования в нашей жизни, то тогда мы не сможем совершать кришна-баджан. Память, памятование и смрити, они связаны друг с другом. Поскольку то, что мы любим, естественно, у нас есть памятование об этом. Это естественно. И важно, это очень важное. Это важное в нашем баджане. Я много раз говорил. Обесвяти Кришна Падара Виндея.
Если мы сможем помнить Бхагавана или спутников Бхагавана, Даму, Наму, если мы сможем непрерывно помнить, если мы будем находиться в непрерывном памятовании Гурварги, Намы, Дамы, Лилы, Бхагавана и его спутников, то тогда нет никакой вероятности того, что наш баджан нарушится. Он будет непрерывным в этом случае, если мы памятуем Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И благодаря такой связи, такой памяти о Бхагаване, наш баджан будет продолжаться. И это зовется Шуда Бхакти. Это зовется чистой преданностью. Когда нету... И когда наше сознание не постоянно помнит, то это о Верховном Господе, Его спутников, это называется Анани Бхакти. И Бхагаван говорит, что Он позаботится о нас, если мы будем всегда помнить Его, Он всегда поможет нам в любой ситуации, если у нас нет никаких посторонних мыслей, кроме мысли о Нем, о Верховном Господе. Когда наше внимание полностью направлено на Верховного Господа, на нашего Иштадева, поклонение Ему Господу и все, что связано с Ним. И вот если мы непрерывно памятуем Его, и вот Анани Бхакти, это значит, в любой ситуации памятовать о Верховном Господе, как Харидас Такур, его били на 22 различных базарных площадях. И вот какие-то мусульмане били вот там, если кого-то на одной базарной площади побьют, он и помирал. Но Харидас Такур говорил, если вы разрубите меня на куски, то я все равно буду продолжать повторять святые имена. Это зовется баджан. Это зовется Ананья Баджан, вы должны помнить. И Гурупад Падма очень часто говорил то, что мы должны помнить Вишну. Есть одно правило. Есть одно главное наставление шастры. То, что мы должны всегда помнить Бхагавана и запрет, то, что мы не должны его никогда забывать. То есть это видхи нишат. И поэтому перед Гайтри мы повторяем такую мантру. Сурайо значит те, кто прошлое, настоящее, будущее, те, кто находится в непрерывной связи с Бхагаваном. Сурайо как-то может, кто-то может подумать, что это полубоги, но не совсем точно. Есть Сурай, Асура. Сур, соответственно, имеющий божественную природу, Асура, противоположную демоническую. Здесь более глубокое значение. Сурайо здесь не значит просто полубоги или какие-то. Здесь сурайо значит нечто большее, чем полубоги. В общем, все существа с божественной природой. Наши гурварга, они более могущественны. Они больше, чем какие-то полубоги, но не каждый знает об этом. Вечные спутники Шрилы Прабхупады или Радхарани. Мы должны гордиться. То, что мы
из Гаудия-матха, и мы, у нас есть великая надежда. Мы полны надежды, то, что мы сможем, несомненно, достичь успеха нашего Говарга. Это спутники Шрилы Прабхупады и Радхарани. И вот Сурайо значит те, кто могут понять, могут увидеть прошлое, настоящее, будущее и последствия всего этого, и те, кто непрерывно находится в связи с Верховным Господом Татхагьяни. Им не нужно закрывать глаза, чтобы медитировать. Они смотрят на кого-то и видят, что внутри его сердца это зовется Сурайо. Они могут ясно видеть все. И вот здесь очень важная вещь — сада. Это слово на санскрите и на бенгале также. Сада означает непрерывно, постоянно. Постоянно имеет связь с памятованием Верховного Господня. А это не значит, что мы будем помнить Вишну только в 4 утра, когда повторяем Аник. Нет, все время. Во время повторения Аника нужно много вещей делать. Если вы знаете, как науку того, как повторять Аник должным образом, то если вы будете следовать этому, вы получите сразу результат. Но, к сожалению, никто не рассказывает о том, как повторить Аник совершенным образом. И если вы повторяете Аник должным образом, то вы должны увидеть мантру Девату, божество той мантры, которую вы повторяете. Она должна явиться вам каждая, как Кама Гайтри, Камадев. Брама Гайтри, соответственно, Нараяна явится, если вы должным образом повторяете эти мантры. Гуранга Махапрабху, вы тоже получите его даршан, если должным образом повторяете его мантры, он проявит свою сварупу. Если мы сможем повторить Брахма Гаятри должным образом, то вся материальная самсара, она оставит вас. Повторить Брахма Гаятри значит избавиться от материальных оков. И сейчас вы привязаны к этому материальному миру, как дерево, которое не растет. То есть мы в этом материальном мире можно видеть, что дерево закрепляется корнями за землю. Если какое-то древнее дерево, то где его все корни, тяжело найти. Они на большое расстояние распространяются. И ищут, как баньяны, например, если они растут. В Калькутте, например, в ботаническом саду, там непонятно, где начало этого дерева. Оно так растет, потом еще появляется, еще и непонятно, какое началось первое. И также наши материальные желания, они оскверняют наше сердце, закрепляются там, и мы каждый день за днем чувствуем усталость день за днем. Всякие материальные желания, они закрепляют нас в этом материальном мире и не дают нам отправиться в сторону Бхагавана. А что делают Гуру Вайшнавы? Гуру Вайшнавы, они своим знанием, своим трансцендентным знанием, трансцендентного знания с помощью бхакти. Гуру Вайшнава giving
Гуру Вайшнава не мечом знания Таттвагьяна не разрубают узы невежества, узы майи. И тогда никакая майя не сможет остаться. Гуру Вайшнава, они дают нам острый меч знания. Гуру Вайшнава не дали нам все. Из-за нашей неискренности мы не сможем взять это все и действовать, чтобы избавиться от влияния майи. Смотрите, если у нас есть какие-то отношения, какое-то чувство к кому-то или к чему-то, то мы думаем об этом. Но в материальном мире мы можем видеть, что в трансцендентном мире также, поскольку материальные объекты или материальные вещи, если вы чувствуете влечение к ним, к каким-то материальным вещам или материальным объектам, то тогда вы если мы привязываемся к материальному, то мы соответственно, и остаемся в этом материальном мире. А если к Божественному, то благодаря памятованию о нем мы достигаем его. И вот мы должны всячески поддерживать связь с Саду Гуру и Вайшнавами. И вот Капила произнес такие слова. Это очень прекрасная слока, когда мы поймем ее, когда мы будем радоваться, слыша ее. И Капила говорит, когда ум подобно Ганге, он течет в сторону Бхагавана, Гуру Вайшнавов, и он таким образом может принести нам успех в этой жизни. Нам не нужно ждать следующее. И сегодня очень благоприятный день. На эту тему я не могу больше говорить. Сегодня очень благодатный день. Мы очень удачливы, поскольку Девананда Пандит, я знаю, вы хотите понять мотив Девананды Пандита, я расскажу сегодня день его ухода. И также день ухода Бхакти Майор Бхагават Госвами Махараджа и Бхакти Будда в Шарути Госвами Махараджа. И также день ухода Бхакти Пракаш Арани Госвами Махараджа. Каждая тема очень обширная. Но что делать? Я должен успеть рассказать о этих четырех вайшнавах как-то кратко, что делать. И в начале всего я хочу рассказать о Девананда Пандите. Почему? Поскольку Девананда Пандит, он был такой сухим пандитом. И в этом контексте я хочу напомнить о важности Сиддханте.
Когда я говорю о Деванада Пандите, вот он был великий ученый Шриман Бхагават Махапураны, но не был преданным. Он мог говорить, рассказать Бхагаватам, но без какого-то настоящего чувства. Он просто помнил ее. И я хочу привести его пример, чтобы вы не совершали таких ошибок, как он в своей жизни. В этом материальном мире иногда можно видеть какие-то удивительные, гениальные люди. И далеко не всегда они преданные, но могут много помнить, быть очень учеными. Могут преподавать что-то, но бхакти не каждый, далеко не каждый обретает. И вот однажды один борец за свободу, Разбихари Гош. В его честь улицу назвали даже. И вот он был ученым в Калькутском университете, был мастером по английскому три раза. В общем, три раза экзамен сдавал по английскому и очень хорошо. И вот два раза он уже сдал эти экзамены, получил свою степень ИМЭ. И вот третий раз пришел на экзамены. Но опоздал он на полтора часа. Нужно вовремя приходить, но он задержался, чем-то боролся за свободу своей страны по дороге. Патриот там был. И вот опоздал, пришел. Но ему отказали, сказали, опоздали, не можете ничего ждать. Тот сказал, идите спутать у ректора. Скажите, что этот Расабихари на часок опоздал. И что делать с ним? Этот ректор сказал, ничего страшного, принимайте экзамен у него. Подумаешь, опоздал там на час или два. He started writing about Indian economy. He started writing. И вот, в общем, получил вопросы, свернул их. Lucid, give me writing like a book. With it was like a book, and the paper was submitted. И начал очень писать о индийской экономике. На много несколько страниц написал статью. Экзаменатор заметил, что этого листа с вопросами нету, но написал прекрасную статью о индийской экономике. Не знали, что с ним делать, пошли с ректором советоваться. Тот почитал и сказал, смотрите, Калькутский университет должен гордиться. Если вы получите от нас ученую степень. Он, в общем, написал прекрасные тезисы на тему индийской экономики, хотя они были совершенно не по теме экзаменов, но ректор сказал, что мы должны гордиться, что он получит ученую степень от нас, и дали ему какую-то ученую степень. Но такие люди, они, несмотря на свои прекрасные знания, они
непреданные, и в материальном мире иногда можно видеть людей с замечательной памятью, но мы не должны путаться. Как Видьясагар, он несравненен, но все же мы не можем выражать ему почтение с точки зрения преданности. Он может, у него хорошая память, но толку от нее. Если мы находим кого-то на пути преданности, который вроде, ну, хорошо иметь в виду, что преданность — это отдельная гениальность, в каком-то материальном плане это отдельные вещи. И вот сегодня Девананда Пандит, он был гениальным человеком, но все же преданности у него не было. Девананда Гаудия, это имя, данное Шрила Бхактипаджан Кешава Госвами Махараджем. Почему? Скоро день его явления и ухода, я расскажу более подробно, он был очень разумен. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж хотел напомнить нам о оскорблении, которое совершил Девананда Пандит. И поэтому он назвал свой матх Девананда Гаудия Матхом. Конечно, после он обрел милость Шри Чайтанья Махапрабху благодаря служению Вакреша Пандиту. Вакрешар Пандит, он вечный спутник Гауранги Махапрабху, который танцевал 72 часа непрерывно, без еды, воды, без посещения туалета и прочего. Так, 72 часа непрерывно танцевал. Но Девананда Пандит совершил какое-то оскорбление. Наш Шивас Пандит, он великий пандит. И Шивас Пандит, он пошел в Кулью, чтобы услышать Бхагават Катху. И вот, слушая Бхагават Катху, И вот Шивас Пандит пришел, сел среди слушателей, его захлестнули экстатические чувства, он начал кататься по полу, стонать, кричать, и Девананда Пандит, он возмутился этим и сказал, чтобы его выкинули из помещения. Но Шивас Пандит не был каким-то обычным человеком, он аватара Нарады, и в итоге, в общем, решили выгнать его, чтобы не мешал, что тут беспокойство создает. И эти слушатели Девананда Пандита, они взяли его и выкинули из этого собрания куда-то в сад. Это было оскорбительно в адрес Шивас Пандита. Он чувствовал экстатические чувства, слушая Бхагаватам, он проявил бхаву. Из-за преполняющей его любви он плакал и что-то говорил, но они не поняли, думали, какой-то сумасшедший, выкинули его, это было большим оскорблением. И в итоге Шри Чайтанья Махапрабху был очень гневен. И, идя по тому месту, Шри Чайтанья Махапрабху взял Бхагаватам и спросил, кто он, как он смеет обсуждать Бхагаватам. У него нет права прикасаться к Бхагаватам. Я заберу Бхагаватам у него. Кто он, как он смеет обсуждать Бхагаватам? Какой-то сухой философ. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что у него нет права читать Бхагаватам.
этот Девананда Пандит потом он осознал свою ошибку, и благодаря служению Вакрешва Пандиту он получил милость Махапрабху. Махапрабху был доволен его служением. И имя Девананда Пандита в честь его великий ачарья Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа назвал свою матку в честь него, чтобы мы не забывали то оскорбление, которое он совершил. Если мы забудем его пример, то это тоже станет причиной нашего падения. И вот он получил возможность служить Вакрешва Пандиту. Можем ли мы слушать вайшнава? Вайшнава они очень редки, особенно сейчас. Если мы совершим оскорбление, как мы можем избавиться от его последствий? Чистые вайшнавы очень редки в этом мире. Шрила Прабхупада говорит, даже спустя долгих, пытаясь найти, если мы будем искать во всем мире, то скольких подлинных вайшнавов мы найдем? Может, одного, двух чистых вайшнава, их жизнь, она посвящена, их жизнь и душа, она посвящена Бхагавану. Они очень редки. Не везде, на каждом рынке можно найти вайшнавов. Они очень-очень редки. Конечно, мы не оскорбляем их. Кто там что-то делает, тоже какие-то. Но чистые вайшнавы, они очень редки. Можно помнить, я начал с этого, то, что искренние преданные спутники Гуранги Махапрабху и сам Шичитани Махапрабху, они присутствуют в Гауди Матхи. Я хочу доказать все это. И вот явление ухода вайшнавов, я рассказывал о величии Гауди Матха, что вы гордились тем, что у вас есть связь с Гауди Матхом. Я могу показать и доказать, что все сокровища, бриллианты, наша Гуравага, которая подобна бриллиантам, если буду рассказывать о них, то не смогу закончить. Это тема, подобная океану. Как я могу за столь короткое время рассказать о них всех, так или иначе? Мы должны обрести милость от них. Если мы будем обсуждать славу вайшнавов, то тогда, несомненно, они благословят нас. И мы можем продолжать совершать свой баджан и прогрессировать. И различные процедуры могут быть. Но эта процедура баджана, она очень эффективна, чтобы прославлять Гуру Вайшнавов. Это очень самая эффективная процедура. Я много раз говорил, но забыли, к сожалению. Если я буду продолжать говорить, если будем направлять свои усилия для изучения Веды, Веданта, санскритской грамматики и прочего, мы будем пытаться понять абсолютную истину с помощью изучения всего этого, но лучше, если вы будете служить чистым Гуру Вайшнава. Я могу привести множество примеров из шастр. Я не говорю о какой-то ложной философии. Если вы сможете служить чистым Гуру Вайшнава, это лучше, чем изучение даже Вед, Веданты, или санскрита, или еще чего-то. Служение Гуру Вайшнавам — это самый простой путь к успеху.
Упанишад, Пуран, я могу привести множество примеров, но времени нет. Один из известных — это Упаманью. Начикета. Это же история из Упанишад про него. И вот мы, я хочу рассказать о таких великих вайшнавах, как Бхакти Будда в Шаути, Госвами Махарадж, его предыдущее имя было Рам Гопал, Чаттопадхьяй фамилия была, он происходил из брахманской семьи. И вот я кратко расскажу о нем. Он родился в Бакуре, это район Бенгала, около Миднапура где-то. Там, где родился Чандидас, в Чагне. Очень важное место. Его отец, мать звали Сарасвати. Отца не помню, как звали. Он был великим ученым, великим пандитом. Я не могу объяснить. Он был таким великим пандитом и вечным спутником Гауранги Махапрабху. Из своего самого детства. И вот его звали. В дальнейшем он получил имя Бхакти Будда Шроути Госвами Махарадж. Почему Шроути? Поскольку он имел прекрасную память. Если вы поймете санскрит, понимаете санскрит, то вы поймете. И вот Бхакти Будда Шроути Госвами Махарадж. Поскольку у него была прекрасная память. И Шрила Прабхупад, когда он дал саньясу 18 преданным, и среди них был Бхакти Будда Шрути Госвами Махарадж. Он был очень могуществен, хотя он позже пришел, но Шрила Прабхупад за пару часов. Но он достаточно быстро дал ему саньясу, хотя обычно Шрила Прабхупад давал харинам не сразу, а через несколько лет смотрел за тем, как человек ведет себя, потом еще несколько лет проходило, мог дать дикшу, мог не дать, или сразу дать харинам и дикшу, как вот в случае с Шрилой Бхакти Прамодпури Госвами Махараджем. Шрила Прабхупад видел сердце человека. То есть обычно человек приходил к Гауди Мат, какое-то время жил, несколько лет обычно получал харинам, потом еще несколько лет, или пять, жил, Шрила Прабхупад давал ему дикшу, потом через пять лет мог получить шафановую одежду. А сейчас, к сожалению, все получают и саньяса в один день. То есть оно соответствует с Хари Бхакти Виласа и прочими писаниями, там описывается все процедура и прочее. То есть не может быть такого, что все быстро, сразу в один день. И, к сожалению, сейчас мало кто следует наставлениям Санатана Гасая. Он говорит, что нужно понять, смотреть, наблюдать, понять, изучать Гуру Таттву, Шишья Таттву, кто такой ученик, каково его качество должно быть. И после этого вопрос получения дикши и принятия дикши возникает.
То есть важно не только дать дикшу, а чтобы еще ученик ее получил. А сейчас раздают дикши, как пирожки. Некоторые люди дают дикшу всем подряд, даже людям с низкой социальной ответственностью. Шрила Прабхупад говорил в Балигае, тысячи людей. И вот там был спор брахманов и вайшнавов, и Шрила Прабхупад выступил с блестящей речью, и все были восхищены, и председатель сказал, что здесь 50 тысяч человек хотят харинами дикшу от вас получить, но просят им табак иногда употреблять, чай пить. Это пан масала есть, там, может, не каждый день, но иногда. И вот если немножко позволить им, более, как сказать, не всему следовать, то Шрила Прабхупад сказал, нет. Сказать, сначала откажутся от табака, чая и всех других дурных вещей. Если был какой-то бы сахаджи, он с радостью бы все разрешил и принял бы всех этих учеников. Но Шрила Прабхупад сказал, нет, не нужны такие ученики. И Шрила Прабхупад уехал с того места. И вот вечная, великолепная чарятва, которая показана Шрила Прабхупада, если она может явиться в нашем сердце, то тогда мы обретем какую-то силу, какое-то могущество, вечное сварупа. А чарятва Шрила Прабхупада, если она явится в нашем сердце, то тогда мы сможем что-то понять. И Шрути Госвами Махарадж, он родился в деревне, но получил очень прекрасное образование. У него была великолепная память, он все запоминал, он мог свободно говорить на санскрите, на бенгали, на хинди, на ории, на пяти языках, еще на каких-то, не только говорил, еще и писать умел, писать это редкость в Индии. И редактировал статьи на всех этих языках. И вот он работал на каком-то, где-то работал какой-то тата компании, и так случайно встретился с Шрилой Прабхупадой и был удивлен. В то время родители организовывали свадьбу детей в малом возрасте. Ну, еще таких совсем маленьких детей уже их женили. И вот. И вот он встретился с Шрилой Прабхупадой, услышал Харикатху его и решил оставить свою семейную жизнь и присоединиться к Шриле Прабхупаде навсегда. И вот он без всякого сожаления оставил свою семейную жизнь. И с тех пор в 1900, согласно бенгальскому календарю,
В 1300 году по бенгальскому календарю, на английском, И вот он приехал в Майяпур, получил от Шрилы Прабхупады Харинаму Дикшу. Шрила Прабхупад, он достаточно быстро ему дал Харинаму Дикшу. Он посвятил свою жизнь полностью Шриле Прабхупаде. Он был великолепным саваком. Я говорил о Шриле Прабхупаде, что у него была прекрасная способность. Он мог сразу понимать, кто что может делать. Например, вы пришли ко мне, если я посмотрю на вас, поговорю с вами. То и так Шрила Прабхупада, он мог понять, кто что может делать наилучшим образом. И в этом был успех Шрилы Прабхупады. Все, кто к нему приходил, он мог занять их в должном служении. Как мой Гуру Махарадж, занял его в служении. И таким образом он был занят в различных видах служения. Он был великим ученым, то есть он не изучал это в Гаудия-мате, все, он тут до того уже был пандитом санскрите и прочих языках и прочих науках. Я горд, что такие великие преданные они есть в Гаудия-мате. В этом мире таких великих пандитов очень мало, можно их по пальцам буквально пересчитать. И вот естественным образом Шрила Прабхупад дал ему прекрасное служение. Он в Патне, в Гае, в Варанаси. Там Шрила Прабхупад построил матхи и дал ему контроль над ними. Он знал прекрасно хинди, мог прекрасно говорить и писать на хинди. И Шрила Прабхупад занял его в таком служении. И вот он собирал пожертвования, еще что-то делал для процветания Гаудия-матхов, и также он редактировал Бхагават-патрику. Это, я думаю, ежемесячный журнал, который в Варанаси выпускал. Все это он был редактором. И также был сап. Также был одним из редакторов Надия Пракаша. И если кто-то слал какие-то вопросы на санскрите, он отвечал на них и отправлял эти ответы им назад. Он был великий ученый. На самом деле, он не был заинтересован в строительстве многих матхов. У него 4 матха или меньше даже, не больше 4, точно.
Но по указанию Шрилы Прабхупады он говорил харикатху. На санскрите, на хинди, на ории, вот он был главным редактором журнала на ории. И Шрила Прабхупад, он занял его в проповеди. Он был прекрасен. И вот он прекрасно говорил на санскрите, давал лекции на санскрите. И Шрила Прабхупад также много другого служения дал ему. Он писал, написал и отредактировал много книг, как Вишу Сахасра Нама, комментарии Балды Видибушна опубликовал. И заключение к Веданте, к Упанишадам, к Бхагаватам он написал множество таких букв, этих множество таких книг. Суть Веданты, Упанишад и прочих шастр, как-то в кратком виде он написал. Мы должны гордиться такими великими преданными, которые есть в Гаудия Матхе. Большинство божеств, они установлены Шрилой Кеши Госвами Махараджем. В основном 26 храмах. Бхакти Будда Шрути Махарадж практически во всех храмах Гауди Матха он устанавливал божества, даже можно сказать во всех. То есть они все эти божества в Гауди Матхе они установлены Бхакти Праген Кеши Госвами Махараджа или Шрути Махараджа. Когда он говорил харикатху, он не заглядывал в книги, он помнил все наизусть, у него была такая прекрасная память. Даже все мантры по установке божеств, основыванию храмов и прочие кучи мантр, он все наизусть помнил. И вот он построил четыре матха, один джаргами, а в Джараканде. Вот в сторону Татанагара, если ехать. Джаргам. Не Джаргам, а не Джаракант, а Джаргам. И там Гуранга Гаудимат или как-то так называется. И вот там он установил, основал один мат в Татанагаре, еще в паре мест. Большинство времени он был занят редактированием книг и говорением харикатхи по Гауди Сиданте. Он был подобен энциклопедии, он помнил многое. И Шрила Прабхупад был очень счастлив. Видеть служение Бхакти Будды Шрути Госвами Махараджа. И таким образом Шрути Госвами Махарадж относительно, ну, в общем, совершал много видов служения. И в итоге я хочу вспомнить
то, что Шоти Госвами Махарадж родился. И под звезды они были в очень благоприятном положении, как, почти как у Шрилы Прабхупады. Когда Шрила Прабхупад родился, было очень благоприятное положение звезд на небе. И также во время рождения его положение звезд было очень подобным, очень похожим на то, как они были во время рождения Шрилы Прабхупады. Мы очень счастливы после того, как Шрила Прабхупад ушел. Я каждый раз, каждый день совершаю джайадхвани. И вот в Калькутте есть Сиддханти Махарадж, который в соответствии с желанием Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупад не смог это все сделать. Вот он хотел напечатать Упанишаду и Веданты. Веданту это все сделал Сиддханти Махарадж. Если мы что-то не понимаем, мы не должны критиковать это. Мы должны понять причину всего этого и суть. Это моя просьба к вам, не нужно совершать оскорбления ни в чьи адрес, критиковать кого-то. Лучше выясните, что, почему, зачем это произошло и послужило причиной. И после ухода Шрилы Прабхупады Шрути Махарадж. Vedanta Sutra, Upanishad, all everything are published by, Siddhanti Maharaj. Siddhanti Maharaj был главным редактором. Он написал много комментариев, чтобы упростить понимание для нас этих писаний, поскольку сложны для понимания для многих. И на основе этих комментариев, еще этот Сиддханти Махарадж изложил краткую суть комментариев всех предыдущих ачарий к Веданте. И мы должны гордиться, что такие великолепные преданные, подобные бриллиантам, они есть в Гаудимадхе. И сегодня тот день, когда он оставил нас в эти титхи, я молюсь его лотосным стопам, чтобы он благословил нас, чтобы я мог вспомнить множество вещей, и в то же самое время, если у нас есть бхакти, память, памятование, то я тогда могу представить всю харикатху вам. И я уверен, что по милости Шрилы Прабхупады, по милости Гурубаги, они дадут мне возможность вспомнить о них. Вот сейчас Махарадж хочет сказать о Бхакти Пракаш Арани Махараджи. Если буду говорить о нем, то это займет очень много времени, много дней. И вот он был великим ученым, в то же самое время был необразованным. Как это возможно? Вроде как противоречивые понятия, но я могу примеры привести.
здесь в образованном обществе, эти профессоры и прочие ученые. И когда Рани Махарадж говорил, они спрашивали, по какому предмету вы докторскую степень защитили. Все вы воспринимали как великого ученого, слушая его речь. Кешав Госвами Махарадж говорил, однажды я взял Бхакти Прагьяна Рани Махараджа, еще кого-то, и мы отправились говорить Харикатху в Катакском университете, и там Рани Махарадж говорил Харикатху о милости Чайтанья Махапрабху. Все великие ученые, пандиты, они слушали. Там был полный зал слушателей, все слушали с неотрывным вниманием. И вот Рани Махарадж начал говорить Харикатху. И все были удивлены, и закончив, все эти ученые начали спрашивать у Кеша Госвами Махараджа, могли бы вы сказать, по какому предмету он защитил докторскую? И Кеша Махарадж ничего не ответил. Он улыбнулся только. Шрила Кеша Госвами Махарадж сказал, я могу показать его письмо. Он сказал, это великолепная сила, это великолепие милости Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати. Шрила Кеша Госвами Махарадж написал комментарий. В этом великая милость и благодаря милости Шрилы Прабхупады он обрел такую силу. Шрила Прабхупада мог вложить свою силу в сердце своих учеников. И Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, настолько велик, настолько могуществен наш Шрила Прабхупада, вечный Ачарья, что даже если мы не грамотны, то он даст нам способность говорить великолепную Харикатху, но мы не должны забывать об этом, что мы все получили от Шрилы Прабхупады. Шрила Кешава Госвами Махарадж плакал и говорил, о, мои братья боги, кто знает, что он не образован. Если я скажу, что Рани Махарадж не образован, то никто не поверит, поскольку эти термины, эти слова, те обороты, которые он использует. Шрила Рани Махарадж повторял слова Шрилы Прабхупады, тоже его речи, обороты и прочее. И вот я очень горд, а вот это Рани Махарадж родился в той же деревне, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж в Джашоре, сейчас это к Бангладешу территория отошла. Ганга-Нагар-Пури, в той же самой деревне, где Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он был великим ученым. Хотя никакой ученой степени у него не было. И как это возможно по милости Шрилы Прабхупады и Гуру-Варги, что невозможно по их милости. Если мы обретем милость Гуру-Варги, мы должны верить, что возможно все. О, у него была дружба с
он дружил с Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджем, моим Гуру Махараджем, но особенно с Мадхава Госвами Махараджем. Когда Мадхава Госвами Махарадж получил дикшу у Шрилы Прабхупады, он как бы вернулся из Гималаев в поисках Гуру, он услышал голос небес, что нужно вернуться в Калькутту, и там он встретит своего Гурудева. Я очень горд, что мой Гурудев Шилакеша Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, Шрути Госвами Махарадж. Я горд этим. И как я могу нервничать, они, если они дали мне силу, когда Мадхава Госвами Махарадж получил дикшу, он в это время еще работал где-то, жил в какой-то съемной квартире. И Ране Махарадж и Киртан Ананда Брамачари, они очень уважали Мадхава Госвами Махараджа. И вот это была природа Мадхава Госвами Махараджа. Если кто-то встречался с ним, они очень испытывали какую-то радость в виде его. Ему не нужно было ничего говорить. Рани Махарадж не так хорошо выглядел, как Мадхава Махарадж, но если вы как-то соприкасались с ним и говорили с ним, то могли почувствовать, насколько великолепно его сердце. И несколько примеров я расскажу. И вот Мадхава Госвами Махарадж, Хагри Брамачари было имя, когда он принял Брамачарию, а до этого его Ганешем звали. И вот тем временем он жил в какой-то съемной комнате. И вот там организовали, а вот там был у них какой-то арийский повар, браман с Арисы. И Арани Махарадж спросил, что ты делаешь? Тот сказал, что сейчас арийский браман тут приготовит, а потом я это предложу. А Арани Махарадж спросил, где твои руки? Что, крокодил съел? Зачем ты какого-то арийского брамана занимаешь в готовке? И Киртанананда Прабху сказал, не нужно так грубо. Он с высокой, ну, с какой-то благородной семьи, сами не привыкли готовить. Но тот сказал, ну и что, мой брат Боди, если я его не отругаю, кто его отругает? Это моя ответственность. Мадхава Госвами Махарадж был очень счастлив слушать это. Он хотел обнять его. На английском есть такая пословица, что друзья познаются в беде. Если один брат Боги не поможет другому, не укажет, что он делает что-то неправильно, то какой смысл в их дружбе? И таким образом я вот узнал от них. Это и однажды пришло какое-то письмо бенгальское, и на бенгали он отдал это письмо Наротам Брамачари, чтобы тот его отредактировал. И Бхагавати Махарадж взял это письмо, только недавно совсем пришел в Гауди Мат, мог бы сам отредактировать, зачем меня просит. Бхагавати Махарадж отредактировал и тем временем сомневался и спросил Джогамахана Прабху. Спросил, я только пришел, не знаю Сиддханта, зачем он дал мне редактировать это письмо, мог бы сам сделать. Джагат Банту. А, это Арани Махарадж дал вам письмо. Джагат Банту сказал ему, что тот неграмотный, поэтому не может
ответить на письмо или отредактировать его. А Бхарати Махарадж сказал, что я думал, что он великий ученый, так он никогда не подумал бы, что он необразованный. И это сила Прабхупады может вложить эту силу в каждого, кто достоин, кто способен принять ее. Настолько велик сила Прабхупады. Вот Харикатха Рани Махараджа была великолепная сила Прабхупады, он дал наставление. Что он должен говорить Харикатху все время. А Рани Махарадж не происходил с какой-то богатой семьи, у него не было какого-то образования, но если бы его встретили, то как он себя ведет, как дружелюбно, гостеприимно, он мог бы просто покорить вас своим прекрасным поведением. И вот в соответствии с наставлениями Шрилы Прабхупады, он говорил Харикатху всю жизнь. Куда бы он ни ехал, в автобусе, в поезде, на берегу реки, на лодке или вообще куда-то. Представлялась возможность, он говорил Харикатху однажды. Ехал на автобусе, спросили билет, спросил, какой билет. Шутил на днях, что какой билет, автобус Кришны, я тоже Кришна, поэтому давайте мне что-то за то, что я вас еду. Кондуктор не мог ничего ответить. И вот, времени мало осталось, поэтому больше не могу о нем говорить. Бхарати Махарадж, он имел возможность служить многим вайшнавам, в том числе ему. Большинство времени он жил в матхах Шрилы Мадхва-госвами Махараджа в Калькутте. Здесь матхов он сам не строил, несколько учеников у него было. И таким образом он служил Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада был очень счастлив. И вот Шрила Прабхупада был очень счастлив, видя служение Рани Махараджи. И время от времени я могу продолжать говорить о нем. И сегодня нужно еще рассказать о великом преданном Бхакти Маюк Бхагават Госвами Махараджа. Если не расскажу ничего о нем, Бхагаван не простит меня. Сегодня день его ухода. Вот мой Гуру Махарадж, великий Парамахамса. Он получил даршан. Он ходил получать его даршан. Мой Гуру Махарадж, лучший с Парамахамсом, ходил в его баджан-кутир, чтобы поклониться ему и получить его даршан. Таким великим преданным он был. Однажды, в один день, с Мадхва-госвами Махарадж, он уже оставил этот мир. А в 68-м году Кешава Госвами Махарадж ушел. И после этого Мадхва Госвами Махарадж, как ушел из этого мира, Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж, Бхарати Махарадж, они думали, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж не отличен от их Гурудева. Они следовали, были под его руководством. И вот однажды они отправились в Болпур. Там, где Рабиндранат Тагор какой-то ашрам открыл, Шанти Никетон.
И вечером там Харикатха была. Я был там тоже с сочетанием Гауди Матхам, по желанию Шрилы Бхакти Валапхи Кирти Госвами Махараджа. Я очень благодарен ему, Шрили Мадхава Госвами Махараджа и Шрили Бхарати Махараджа. Я благодарен им, поскольку я очень часто останавливался в их матхе, нужно было заниматься служением по публикованию книг, и большинство времени я останавливался там. Они очень любили меня, я не могу отплатить за их любовь и заботу. И по желанию Тирти Госвами Махараджа мы отправились в Болпур. Может, это лет 14 назад было, не столь давно. И там вечером, я не о себе говорю, а о Гуру Махараджа. И вот в то время я тоже... И вот я рассказываю, что было во время Гуру Махараджа. Вот он поехал туда со всеми преданными, но... А когда я там был, там Шрилы Бхакти Валапхи Тирти Госвами Махараджа уже не было, только какие-то преданные. И вот Гуру Махарадж решил, что это Болпур рядом с Баджан-Кутиром моего брата Боги. И Гуру Махарадж решил, что в Харикатха вечером, почему бы сейчас не поехать к нему на даршан. И вот он поехал к нему, чтобы поклониться ему и получить милость. Это была природа Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Он всегда хотел получать милости вайшнавов. Но какова наша природа, она часто противоположна. И вот Махарадж поехал в Болпур. И с Болпура он поехал, ну, там где-то около часа езды, час-полтора где-то. И я был там однажды в своей жизни. И там Гуру Махарадж, но время было, ну, в общем, дверь закрыта была, Махарадж болел чем-то в то время, являл лилу болезни. Гуру Махарадж не смог его увидеть. Он вернулся с тяжелым сердцем, поскольку он не получил даршан Бхакти Майю Бхагавад Госвами Махараджа. И преданные просили его принять прасад, но Шрила Пури Махарадж отказался, поскольку не смог получить даршан вайшнава. И вот он плакал и сказал: «Сегодня я не смог получить даршан вайшнава, поэтому есть ничего не буду». Понимаете, какое значение имеет Бхакти Майю Бхагавад Госвами Махарадж? Он был семейным человеком, но потом, встретившись с Шрилой Прабхупадой, оставил свою семейную жизнь. Он в Кендра-Билваграме родился, там, где родился Джайдев Госвами, там рядом. И там, в том месте, он тоже построил храм. Несколько матхов у него даже есть, не так много. Он был великим пандитом, как наш Шаути Госвами Махарадж. Писал множество статей, и если вы... будете читать Гауди Патрику, опубликованную в Девананда Гауди Матхе, то там можно найти множество статей Бхакти Будды в Шаути Госвами Махараджа. Он писал во время Шрилы Прабхупады и после также. Очень такие прекрасные, объемные статьи. И также Бхакти Майю Бхагавад Госвами Махарадж, он много статей писал
для Гаудия Патрики и для Чайтаньи Мани. Гуру Махарадж был этот главным редактором. His question answer with educated people. Only his question answer with educated people can вот make него, Mahabharata, если собрать все эти ответы на вопросы, которые задавали различные образованные люди, то получится объем, как у Махабхараты. И вот во всю свою жизнь Бхакти Майорка Бхагават Госвами Махарадж, он собрал все наставления Шрилы Прабхупады. Ну, то есть он собирал все наставления и советы Шрилы Прабхупады. И вот когда я начинаю харикатху, я говорю, что Шрила Прабхупад сказал так, и это благодаря ему. Он, поскольку он собрал все наставления Шрилы Прабхупады, мы вечно благодарны ему. Он собрал сотни наставлений и советов Шрилы Прабхупады. Бхакти Майук, Майук, Бхакти Майук, Бхагавад Госвами Махарадж. Externally you can find he was. Внешне можно найти, что он был домохозяином, но он соблюдал брахмачарью. Ему Гуру Махарадж говорил. Внешне мы видим, что он домохозяином был, но когда оставил всю жизнь домохозяина и пришел к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупад был очень счастлив в виде его служения. Я не могу сказать, насколько он важной личностью был. Он писал множество книг, много и вот он говорил харикатху непрерывно, и вот харикатха был очень могущественно, и Шрила Прабхупад он одобрял, и все это, и я хочу сказать нечто важное, однажды все новые преданные, они сидели. Я кратко расскажу эту историю. И вот однажды такие молодые преданные, они пришли, сели под какое-то дерево и обсуждали, говорили, что Шрила Прабхупад, он вечный спутник Гуранги, мы это знаем хорошо, мы получили Харинаму от Шрилы Прабхупады. Но Шрила Прабхупад говорит всегда, что Харинам и Хари не отличны друг от друга, но почему мы не обретаем силу? И вот эти преданные, они служили Шрилы Прабхупаде как-то и вот думали так. И тогда это в Чайтанья Матхи этот случай случился, и Бхакти Майор Бхагават Госвами Махарадж мимо проходил и услышал и спросил, что они тут обсуждают. И вот они сказали, что мы сомневаемся, Шрила Прабхупад, вечный спутник Прабхупады, мы знаем. Но мы получили Харинам от Шрилы Прабхупады, но до сегодняшнего дня мы не чувствуем, не можем понять значение Харинама. И Бхакти Майор Бхагават Госвами Махарадж сказал, он дал такой пример. И суть в том, что эти маленькие, молодые, новые преданные, those who are small devotees, they are asking this question.
они спрашивают этот вопрос. Ну, такие люди, они подобны сиротам. То есть Бхакти Майбхагава Госвами как раз привел такой пример, что если у ребенка умирают родители и оставляют ему наследство, но наследство не прямо ему оставляют, а через какую-то компанию, которая сохраняет его до момента совершеннолетия, потом переписывает это все на имя ребенка. Но дети, они не понимают значения собственности, богатства, денег или еще чего-то. Для них ценность представляет только конфеты и прочие сладости. И также мы, Шрила Прабхупад, он отдал, оставил нам великое наследство, но мы осознаем его значение только тогда, когда мы созреем и осознаем величие всего этого богатства. I like to discuss so many things, but excuse me, time cannot permit. So I like to stop my short speech here. Krishna Ketana Gana Nartana Kala Patho Jani Bhajita Shadbhakta Valihamsa Chakra Madhupo Saini Bihara Aspadam Karna Nandi Kaladhanir Bahatume Jivha Maru Prangane Shri Chaitanya Dayanidhe Tavalashad Leela Shudha Shvardhuni. All the Parshad of Gauranga. Я прошу милости у всех спутников Гауранги Махапрабху.